Друзья, всем доброго дня, с вами Ирина Исмаилова. И сегодня хочу поделиться с вами своими покупками. Это покупки косметические, вернее даже уходовые. Решила я сменить свой уход. Насколько вы помните, последнее, что я вам показывала, это был уход от Cora Cosmetics. Это была серия Cora Cosmetics, и она, честно говоря, мне не очень понравилась. Я буду снимать отдельное видео, буду полностью, хочу полностью рассказать вам свое мнение о ней, дать свой полноценный уже отзыв, да, по прошествии того времени, сколько я ей пользовалась. И поэтому у меня возникла, ну, не мысль, я, вернее, даже необходимость, я думаю, сменить свой полностью уход, и я остановилась на компании Clinique. Очень давно хотела, но вот для того, чтобы не повторить своих ошибок с Cora Cosmetics, там я купила сразу все полноразмерные версии, я решила остановиться в этот раз на миниатюрках. А потом уже, если мне средства хорошо подойдут и очень понравятся, я, соответственно, их уже повторю в полном объеме. Ну что, посетила я магазин «Золотое яблоко». Он у нас в Казани есть, и, к своему стыду, я была там первый раз. Ни разу до этого не заходила, не знаю, с чем это связано, как-то, не знаю, то ли поводов не было. Хотя, в принципе, я очень люблю и косметику, и парфюмерию, и вообще, обычно я по таким местам очень люблю ходить. И в этот раз решила зайти по той простой причине, что у меня был просто сертификат подарочный на определенную сумму, которую мне подарили на работе. Решила им воспользоваться и, соответственно, пошла в этот магазин. Глаза у меня там просто разбежались. Это вообще, по моему мнению, шикарный магазин. Там можно найти от и до все, что вы хотите. Все, что вы не встретите в обычных магазинах, все, что есть, мне кажется, в интернет-магазинах, вот там как раз-таки тоже все есть. И при том вы все это можете потрогать, понюхать. Я не знаю, всю текстуру посмотреть, все вы можете сделать, то есть прям настолько полноценно увидеть продукт и понять, нужен он вам или не нужен. Так вот, как я уже сказала, я решила взять миниатюрки для того, чтобы попробовать и уже потом купить полноразмерные версии. Вот такой пакетик, и давайте начнем. Я ничего не распаковывала, я хотела сделать это вместе с вами. И первое, что я достаю, это вот такой наборчик. Я уже сказала, это Клиник. И давайте посмотрим, что это. Это влагостойкая тушь для ресниц. Это средство для ухода за кожей вокруг глаз. И третье средство, это, не вижу, карандаш. Автоматический карандаш для век. Вот такая коробочка. Стоила она порядка, по-моему, сейчас, секундочку, чтобы не быть голословной, я сейчас возьму чек и вам все это скажу. Так. 731 стоил тот наборчик. И 1500... Да, 1500 с чем-то, видимо, стоил вот этот наборчик. Точно не помню, видимо, примерно так. Ну что, давайте вместе распакуем. Руки у меня чесались быстрее-быстрее все это распаковать, быстрее это все попробовать и быстрее начать новый уход. Потому что, ну честно, Cora Cosmetics меня полностью разочаровала. Я к ней точно уже не вернусь, сниму видео и уберу куда-нибудь на какую-нибудь дальнюю полочку или совсем кому-нибудь отдам. Ну что, посмотрите, вот такая вся упаковочка. Каждый товар, каждый продукт упакован еще в отдельную. И первое, что мы видим, это крем для кожи вокруг глаз. Надеюсь, вам будет видно, не будет подсвечивать. Вот такая миниатюрка. Сейчас посмотрим, сколько здесь миллилитров. Здесь 5 миллилитров, и это All About Eyes. Давайте посмотрим, какой он внутри. Я его открою. Ну, вот, честно говоря, да, мне кажется, для продукта вокруг глаз это вообще-то, я не знаю, такой оптимальный объем, потому что эти средства всегда расходуются очень-очень медленно. И давайте попробуем, как он у нас будет на ручке. Нежная, очень нежная текстура. Аромат очень легкий, такой еле-еле заметный. Вообще, вы знаете, я питаю слабость ко всяким миниатюрным баночкам, и поэтому я вообще, в принципе, просто от нее без ума. Очень классный продукт. Так, дальше. И раскрываем второй сверточек. И что мы здесь видим? И здесь у нас карандаш. Так, давайте эту бумагу уберу, чтобы она нам не мешала. Значит, здесь карандаш
Clinique в 9 оттенке Intense Ebony. Вот такой вот карандашик. Надеюсь, вам будет видно. Давайте его попробуем открыть. Так, и что с ним? Что-то я не то делаю, что ли? А, все, вот пошел. Так, давайте я проведу. Ну, посмотрите. В меру мягкий. Не скажу, что он очень мягкий, но при этом он и не жесткий. И вы знаете, ну да, ему он просто надо разрисоваться. Вот видите, он сейчас уже темнее. Я было уже подумала, что он у него цвет не очень насыщен, но по факту получилось. Ну, знаете, здесь что-то, видимо, с выкручивающим механизмом. То есть он не закручивается, к сожалению. Ну ладно, очень обидно. Все-таки деньги не маленькие. Ну ладно, посмотрим. Может быть, просто что-то у меня не получается. Вот такой карандашик. И водостойка тушь Lash Power Mascara Long Wearing Formula. Да, по-моему, так. Вот такая вот тушь. И давайте посмотрим, какая у нее кисточка. Вот какая миниатюрная. Посмотрите, вот такая кисточка. Это не силиконовая, да, это щетинка. И я специально узнавала, это обычный объем или нет, либо это миниатюра. И мы сверили со стендом, на стенде была такая же тушь, это ее реальный объем, то есть это не миниатюра. Цвет 01 Black Onyx, то есть черный цвет. Вот такая тушь. Так, ну что, и берем вторую коробочку. То есть у меня получился в данной коробочке такой смешанный наборчик. Здесь у нас и уходовые средства, и декоративные средства. Здесь же чисто уходовые средства. Вот именно что-то из этой линейки я хотела для себя попробовать. И именно, в принципе, шла конкретно за ней. Я хотела их взять в миниатюре для того, чтобы попробовать и купить уже потом полноразмерки, как я сказала. Так, ну что, я здесь вижу вот такую аннотацию, такую немаленькую. В общем, такая толстенькая аннотация. Все так хорошо упаковано. И здесь, как вы понимаете, это гель для умывания, это тоник и крем, либо гель для лица. Сейчас мы это с вами выясним. Так, что у нас идет первое? Первый шаг — это у нас гель. Вот такой малыш. Это у нас... скажу, 30 миллилитров, то есть, ну, в принципе, 30 миллилитров, мне кажется, просто это идеально для того, чтобы уже четкое мнение составить о продукте. И для какой кожи? Ну, здесь, в принципе, написано, сейчас я вам скажу. Это сильно действующее жидкое мыло для жирной кожи. Кожа у меня жирная, либо, можно сказать, комбинированная, склонная к жирности. Поэтому это как раз то, что мне нужно. Вот такой малыш гель для умывания. Далее идет тоник. Тоже для комбинированной склонной к жирности кожи. Вот такой тоник, он уже в объеме 60 миллилитров. Ну, опять-таки, это еще лучше, да, лучше даже объемчик. Его точно я уже смогу прям распробовать от и до. И третье, это у нас гель. Уникальный увлажняющий гель. Здесь тоже у нас 30 миллилитров должно быть. Вот так он выглядит. Давайте гель я очень хочу посмотреть. Вот такая неприятность произошла. Сейчас я чуть-чуть его возьму. Очень легко распределяется. Запах опять-таки еле-еле-еле заметный. То есть абсолютно, если вы чувствительны к запахам, вам это никак не помешает. Очень легко распределяется. Очень хорошо ложится. Он не плотный, но при этом не такой легкий. Вы знаете, я не очень люблю сами по себе гели. Почему? Потому что они даже мою жирную кожу, они иногда стягивают. То есть, когда я его наношу, потом я чувствую, что мне не хватает этого увлажнения. Но так как это, я бы сказала, экстра увлажняющий гель, то, думаю, здесь таких проблем не будет. И, ну, по ощущениям, вы знаете, рука прям, ну, прям стала абсолютно другая на ощупь. То есть, кожа действительно изменилась. Она, вы знаете, она как будто бы напитанная. Очень приятное ощущение. Думаю, на лице будет эффект еще лучше.
Ну, здесь у нас гель, я его открывать не буду, потому что здесь обычно такая крышечка, никакого дозатора помпочки нету. И давайте мне тоже еще очень хочется посмотреть тоник, по крайней мере, его понюхать. Не знаю, если здесь спирт, не читала еще состав, но такой, знаете, запах такой, как вам сказать, немножко жестковатый, я бы сказала. То есть в нос прям бьет какими-то специфическими ингредиентами. Ну что, вот я поделилась. Очень меня, еще раз скажу, да, очень меня распирало быстрее-быстрее вам все это показать, потому что быстрее хочу это все начать применять, всем этим пользоваться, но пока не сняла видео, я не могу этого делать, потому что хочется вместе с вами все это распаковать, все эти красивые коробочки, и, соответственно, с удовольствием уже начать пользоваться. Также, я вам уже сказала, я была в Золотом Яблоке в первый раз. У меня теперь есть карта от Золотого Яблока. И так как я осталась в полнейшем восторге от этого магазина, то, соответственно, я буду с огромным удовольствием туда ходить. Не подумайте, что это реклама, ни в коем случае. Действительно, просто меня магазин покорил, можно так сказать, и своими ценами, и своим обслуживанием, и своим выбором. Ну, то есть вообще с самой, наверное, такой некой аурой девушек, женщин, которые пришли что-то купить из своей красоты, которая, ну вот, я не знаю, тут такая жизнь там текла. Мне очень понравилось, в общем, в восторге. Я могу бесконечно об этом говорить. Ну что, вот такие у меня новиночки в моем уходе в декоративной косметике появились. Если вы такими средствами пользовались, и, может быть, у вас какие-то есть свои отзывы, то обязательно напишите, мне будет очень интересно, подошло, не подошло вам. Или, может быть, вы что-то посоветуете именно из клиник, потому что я, по крайней мере, в ближайшее время намерена именно в уходе использовать эту фирму. Ну что, если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!